Здравствуйте, это «Мобильный репортер» в студии Алсу Якупова. И в этом выпуске самые сочные актуальные видеоролики из социальных сетей. Женщина сбила девочку на пешеходном переходе в Казани. Момент ДТП заснял видеорегистратор виновницы. Обратите внимание, автоледи выехала на перекресток на мигающий желтый и не остановилась перед пешеходным переходом, где стоит большое количество людей, для которых уже загорелся зеленый. Ребенок не стал дожидаться помощи и с места аварии убежал. На автоледи составили протокол. Покажите это видео детям. Нужно говорить об этом постоянно. Зеленый сигнал светофора, к сожалению, не гарантия безопасности. Прежде всего, не нужно выскакивать на дорогу. Лучше посмотреть по сторонам. В Брянской области девушка не отдала долг в 1000 рублей. И тогда несколько местных парней сожгли ее паспорт и скинули ролик в соцсети. Теперь ими занимаются правоохранители. Ветром, я дорогу. Давай, стой, держи. Да не надо, нет, он должен гореть. Он должен гореть. Это вот так будет с теми людьми, которые берут деньги на бензин и не отдают. Раньше видим, сжигали на костре. В Краснодаре резвая собака на секунду вырвалась из рук хозяина и укусила за лицо мальчика, который ехал с ней в лифте. Хозяину пса грозит уголовное дело. Пес был в наморднике, но либо он был плохо закреплен, либо собака его порвала. В лифте она бросилась на 4-летнего мальчика. Хозяин не смог сдержать пса, а потом просто вышел из лифта. Укусом уже заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По информации следователей, еще до укуса на агрессивного пса жаловались соседи. Школьник поскользнулся на тротуаре и попал под машину в Куюках. Мальчик шел из лицея домой привычной дорогой, но в какой-то момент поскользнулся и вылетел прямиком под машину. Вот тут тропинка непочищенная, скользкая. Родители ребенка обратились в травмпункт. К счастью, ничего серьезного не произошло. Прокуратура начала проверку. Вот тут тропинка непочищенная, скользкая. Жители Мурманска вышли встречать первый рассвет после полярной ночи, которая длилась 40 дней. Оно взошло всего на 20 минут. Где ваши ручки? На широте Мурманска полярная ночь длится со 2 декабря по 11 января. Тем не менее, день с 10 до 3 часов дня относительно светлый, а еще белый снег отражает свет, делая день немного светлее. Ну, а где ваши ручки? Ну вот, мы достаем. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24.